Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Итак, нашел 4-комнатную квартиру под ключ 3+1 недалеко от моря. Расстояние максимум 235 метров. Рядом у нас улица Барбаросса, где-то 30-40 метров на расстоянии. Покажем с этой стороны. Тут отдельная кухня, 3 спальни. Так, столовая часть. Тут как бы отделено. Проект был сдан 5 лет тому назад. Балконы есть также. Выйти на балкон, откуда выходить. Если вас интересует какая-то недвижимость, заранее мне звоните 3 дня до вашего приезда, потому что мне надо подготовить портфель. Что-то со светом. Вот у нас улица Барбаросса, а за этими 3 зданиями у нас первая береговая линия. Рядом есть вся инфраструктура. Эта сторона у нас запад и север, северо-запад. Этаж 3, такой балкон. Так, здесь вот прихожая. Серая окраска по всей квартире. Тут у нас дополнительная комната. Сделали как гостевую комнату. Второй балкончик. Эта сторона восточная. Тут у нас кухня. Из инфраструктуры у нас открытый бассейн, зона отдыха, беседка и генератор. Бытовая техника, значит, у нас холодильник Vestel, посудомойка Vestel, стиральная машинка Vestel, духовка, плита, вытяжка фирмы Alpina и Stilevs какой-то. Гранитная столешница. Также здесь выход на этот балкон. У нас кухня просторная. Здесь 105-150 квадратных метров брутто, жилая площадь где-то 120 минимум. Первый санузел. Также есть 2 вытяжки. Большая ванная комната. Так. Здесь у нас дополнительная спальня, 2-я комната. Нужно купить кондиционеры. Не хватает тут кондиционеров. И это у нас 3-й балкон. Вот смотрит на соседнее здание, немножко видят горы. Выпал снег также в горах, уже в первых, рядом с Махмутларом похолодало. Зима наступила. И тут у нас хозяйская спальня. Сейчас покажем. Сперва санузел, хозяйская спальня. Стиральная машинка Vestel.
слышу. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам инфраструктуру. Сперва скажем цену этой квартиры. Айда тут 150 лир. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 110 тысяч евро. Есть торг. Звоните, пишите. Цену спустим. Не закрываем ролик, смотрим дальше. На этаже у нас 4 квартиры. Ну, то есть 3 квартиры. Одна здесь и 2 с той стороны. Вызовем лифт. Вот такой лифт. Спустимся вниз. Тут открытое место для велосипеда. Парковка. Вся инфраструктура рядом. У нас бассейн, беседка и генератор. Так как рядом улица от Барбаросса, все тут доступности. Так что звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. В основном я сижу в WhatsApp. Если не отвечу в Telegram, или звоните в Viber, или в WhatsApp. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечный Алани, район Махмутлар. Всем пока-пока.